Гонка Формулы-3 в Австрии завершилась серьезной аварией с участием трех болидов. Китайский спортсмен Ли Джицун не заметил остановившегося в облаке пыли после неудачного поворота американца Райана Тветтера. Это произошло на 16-м круге гонки. Ли Джицун на огромной скорости въехал в заднюю часть автомобиля Тветтера. В результате врезавшийся болид подбросило в воздух. Позже в болид американца врезался еще один гонщик, бразилец Педро Пике. Гонку решено было остановить. Райана Тветтера и Ли Джицуна направили в больницу города Грац. Состояние американца не вызывает у врачей опасений. У китайского пилота диагностировали переломы четырех позвонков и множество переломов пяточной кости. Вскоре ему предстоит ряд операций. Что касается бразильца Педро Пике, он получил лишь несколько ссадин и от госпитализации отказался.